Готовы ли надымчане принять участие в часе земли? Об этом в нашем еженедельном опросе. Не знаю, не готов, потому что я на вахте. Нужна, обязательно нужна, потому что надо же экономить. Экономить надо, и воду, и все надо. Правильно? Технологии направлены на то, чтобы меньше тратить и переходить на альтернативные источники. Потому что у нас невозобновляемые ресурсы. И как бы мы с удовольствием можем принять участие и вообще как бы участвовать в таких подобных акциях. Слышал по телевизору, не готов я на работе. Работать надо. Я думаю, конечно, важно. Надо беречь энергоресурсы. И вообще все беречь на планете Земля.